Чтение книг, во-первых, снижает стресс. Когда вы начинаете читать книгу уже в течение первых 80 минут, у вас как минимум в два раза падает уровень стресса. Вот. Во-вторых, в книге мы получаем более объемное, более целостное понимание темы. Нам иногда кажется, что мы знаем, в чем наша проблема, и пытаемся найти ответ на какой-то вопрос, который нас беспокоит. Но на самом деле проблема может лежать где-то по соседству, и мы этого не замечаем просто потому, что так устроена наша психика. Но когда вы читаете книгу, которая посвящена соответствующей теме, то есть области, где эта проблема локализуется, то бывает, что вдруг обнаруживаете, что вы просто какую-то часть своей жизни не замечали. В этом смысле книга — это действительно наш самый настоящий друг, потому что он с нами общается, он нам подсказывает, он где-то ставит нас в тупик. Я благодарен за то, что вы мои книги покупаете, но мне было бы, конечно, еще более приятно, если бы не только их покупали, но и читали, обращались к ним, потому что я пишу их с любовью и с надеждой, что они принесут максимальное количество пользы моим читателям.